Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Я в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что у нас? За прошедшие сутки у нас поступила информация о одном чрезвычайном происшествии. На улице Ярошенко найдены две гранаты, ну, по информации, которые у нас есть, старые, скорее всего, что времен Великой Отечественной войны. Я так понял, что ДСНС выезжала, гранаты изъяли, буду проверять, боеспособные нет, пока вот вся информация, что у меня об этом. А как нашли, неизвестно пока, да? Я так понимаю, что лежали в пакете, то есть это хорошо, что мы видим, что у нас не все случаи, те, которые нам поступают, действительно люди бдительные, это хорошо, и действительно есть такие заявки, которые выезжают службы нашей не зря, это действительно хорошо. Ну, конечно. Хорошо, что дети их нашли. По коммунальным службам, в принципе, у нас ситуация стабилизировалась с лифтами. Сейчас на данный момент у нас 17 лифтов стоит. Продолжают у нас ремонтироваться котельни, на которые стоят на плановом ремонте, в основном в микрорайоне Алмазном. В принципе, все тихо, спокойно. Прошли у нас вчера, был объезд города, руководством города. Значит, хочу вам сразу сообщить по одному из ваших репортажей по улице Лидова, тоже вывез на то место по поводу той раскопки, по поводу того забора. Надо недоручение соответствующее, чтобы инспекция по контролю за благоустроем вышла на застройщика, который проводил туда сети, чтобы навели порядок и в парке, и заасфальтировали тот кусок, который, что они порушили асфальта. И декоративным культурам надо надоручение на возобновление той бетонной. Там сбоку надо смотреть, все-таки и другие плиты, я смотрю. Да, это видно, что оно и сзади мы тоже заходили, смотрели, что там тоже уже кирпич выпадает. Но там хотя бы на данный момент, хотя бы сейчас надо его зацементировать, потому что чтобы эти кирпичи не выпадали. Ну да. Сам же на этой улице знаешь, что там детвора, когда идет в школу, постоянно по тому заборчику ходит, поэтому надо, чтобы там было безопасно. На сегодня по погоде нам обещают днем температуру 15-17 градусов, днем возможно кратковременный дождь. В принципе, все на сегодня. Ну вот такие вот вещи, внимательно, гранаты нашли, значит, появляются такие случаи, давайте будем внимательными. Спасибо, что видите наши репортажи, мониторите. Удачи, до свидания.